Как я пишу статьи? Пишу статьи. Так, надо, наверное, сделать шрифт покрупнее. Пишу статьи я очень быстро. Ну, примерно вот так это все делается. То есть, вы заметили, что на клавиатуру я не смотрю. И печатаю, я могу даже печатать всеми 10 пальцами, несмотря на клавиатуру. Это один из моих секретов, про которые вы раньше не знали. То есть я могу писать, если мне нужно, очень быстро. Очень быстро. Но в моем случае обратной стороной такой быстрой печати является большое количество ошибок.